И сейчас тоже очень важный момент еще хочу сказать, что помимо того, что мы создаем вот эти вот ароматы, про освещение в доме, оно играет огромную роль. То, что вот я постоянно говорю про макияж, да, и как надо краситься, многие у меня уже проходили обучение, вы знаете, как фотографировать, как свет держать, ну и, соответственно, как сделать правильный макияж, когда правильное освещение, то у вас получается все намного лучше, и вы себе нравитесь. Но есть еще воздействие человека через освещение в интерьере дома. Тут, конечно, не то чтобы как-то сильно надо заморачиваться, я имею в виду там менять интерьер дома. Тут самое главное, чтобы создать вот этот эффект домашнего очага. Поэтому, например, чем хороши вот эти вот аромалампы, потому что это желтый свет. Это если там гирлянды какие-то или, может быть, какие-то ну, декоративные всякие штуки, которые дают именно желтый свет. Вот желтый свет ассоциируется с огнем, что здесь тепло, здесь уютно. Поэтому, когда в квартире есть вот этот какой-то желтый свет, источник, то вот тут же создается атмосфера тепла, уюта. Соприкасаясь все это с ароматами, из этого дома точно не захочется уходить.